Наш размер. Мой любимый. Мой любимый размер и цвет. Слушай, ну тут размер-то серьезный. Ну я вот и хочу, вот у нас сегодня стерлить будем УЗИ делать. Вот наши уже ребята поднимают. Это у нас рабочая была. Весной работали самки. А эти вот мы делали УЗИ, когда на второй стадии. Вот сейчас собираем. Работала в том году наоборот. Да. Но она у нас работала. Я вот... Можете просканировать, узнать как. Я вот не помню, сейчас не буду сканировать. Так и не помню, когда она проработала. Ну это, скорее всего, уже знаешь, апрельская. Да, это последняя апрельская, скорее всего, поэтому тут икрянок-то много не будет, скорее всего. Ну, поглядим. Все, хватит. Все. Да вы сильно не зажимали, может? Да, второй поднимаем. Все, вот у нас пустое место. Будем сюда бросать, допустим, не дошедших там на второй, который стадии, на третий. Ну, на второй. Сюда икрянка пойдет у нас. Так, я пойду пока про аппарат свой расскажу. А то спрашивали. Ты людям покажи, пусть подивятся, чем ты работаешь. Сейчас вы пока поднимете, я потом пойду. Потом суп с котом, да, Игорь? Да, надо говорить. Так, вот он мой аппарат. Сейчас такой у нас. Сейчас поставим болталку. Вот такой у нас УЗИ аппарат. Купили у хорошего дяденьки по случаю. Так что вот у нас тут, в принципе, все готово. Все для записи. Метить самцы, самки, плавники. Щуп. Все есть. Даже и такое есть. Чтоб чистенько было, все аккуратненько. Ляпают рыбки. А мы все в чистоту приведем. Чтоб нам солнышко не блекало. Чисто теперь. Все, чистенько. Так, теперь, чтобы датчик у нас не повредился колючей стерлядью, его обклеим скотчем. Не знаю, слышно будет, нет, но на улице ветер. У нас с собой есть. Скотч. У нас еще есть ветер. Он нам имеет свойство помогать. Датчик дорогая штука. Да если повредить, будет помехи давать. Нам они не нужны. Поэтому обклеиваем. Работы скотч меняем, а бывает, что на осетрах ты в час по несколько раз меняешь. Ну, на час так, конечно, хватает. Так. Все. Обклеили. Все, теперь все удобненько, хорошечно. Так, включим.
знаю, будет видно, нет. Все запустили. Настраиваем нужные параметры, чтобы все было четко видно игру. Но на улице солнечно, поэтому приходится на максимальное выставляться. Поэтому зарядку ЕС, конечно, хорошо. Но нам хватает часа 4. Если не хватает, то взяли с собой переноски. Все, все, настроились, все убираем. Че, Саньки еще нету? Давай. Вот у меня теперь только камера так хорошо. Подождите, Борис. Я сейчас. Так. Сашка, тебя не видать, не переживай. Бросай. Смотри, добрая икра. Прекрасная. Икра. Хорошо. Икра, стой. Ага. Икра. Амурчик, кинь. Для чистоты, для порядка. Да. Икра. Икра. Опять начинается икра. Ага. Начинает опять треугольником бить. Датчик влажный. Икра. Стоять. Икра, икра, можешь кидать. Икра. Разговоры там были. Икра. Треугольник опять бьет, видишь? Я не смотрел. Где? Сейчас вот увидишь. Судака выкидывай, ага. Вперед малька до хера там. А здесь не видно малька, да? Икра. А вот сейчас нету. А вот до этого треугольник был на датчике. Икра. Поэтому судаки такие дохлые, что все сожрали уже давно. Икра. Сколько тоже они жрут, смотри, пустая. Вот тут пустая. Вот. Не, сейчас, сейчас. Сниму. Она пустая. Ну, в общем, и так вот видно, что пустая. Это тоже пустая. Тоже пустая. Пустая, но.
его выкинуть. О, еще один помощник. Да. Без разницы, куда кинешь, туда кинешь. Две икренки. Икра. Икра. Гонад это хороший, да. Но икра полностью. Но. Хорошая мадама. Икра. 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 Судочки духненькие, блядь. Это нету ни одного малька, ты видишь? Теперь без тира. Сашка, на камеру работает, как всегда. Так ничто не знает, что ты черпаешь, Санька. Самка. Я не скажу. А, ты просто так по факту, самка. Чтоб стыдно не было. Ну ладно. Самка. Самка. Ну я не уверен, но пусть будет. Пускай, не знаю. Самка. Самка. Самец бы попался. Вот он, самец. Товар. Самка. Крупные. У нас даже ремонт крупнее. Так, мне солнце. Самка, ну тут... Нет, она пустышка. Я должен метить, не смогу бросать, да? Приметить. Бей правый. Ох, и лесопеды. Надо бить, наверное. Бить надо, смотреть.
Ну, в принципе, нормальная икра, Данил. Нормальная икра. Подожди, сейчас. Да, хорошая икра. Все, хорошая, хорошая, видишь? Ну, все. Так, это у нас правый. Что, верхний бить тоже? Угу. Да, то что это, наверное. Ем. Не надо, смысла нет. Ну-ка. Вот, все. Ну та же картинка забивает все. Давай это. Правый бью, правый, и все, вот сюда и возвращаем сюда, в обратно. Я что там, тем более по коленке не правый. Санька, о, этот, не торопись, да, Игорь. Ну тел обские завка получится. Но я говорю, экстерьер такой поприятный. Кстати, она даже просто правый бит. Самец, смотри, какая белая башка. Поймай белого какого-нибудь, я самца покажу. Самец, да, Игорь? Нет. Нет? Да. Потом возьмешь белоголового? Нет. Я уже ушел. Во-во-во, еще одна. Йо. Мелочевка. Йо, да, да. Иби. И Саня. Будет всем поразняться. Капец. Вот это крокодил. Вот это крокодайл. Игорь молодец, мужчина. Слушай, она за 40. Это за 40-то явно. Икра? Да естественно, что икра. Давай, держи. Вот она. Забита икра. Полностью. Но. Полностью забита, видишь? Все, икра. Все, все. Выпускаем тебя. Все. Игорь вздохнул. Все. Она побольше тебя, Игорь. Ну понятно. Явно что. Против него дворняжка мелкая. Тихо, тихо. Не торопись. Мышцы у нее лучше разработаны. Прилетело тебе? Да, маленькая. Маленькая какая-то. Так. Снял, что, пункт, раз, их доили, да сейчас еще одного, да, и все. Их доили? Да, да, это ленки. Нет. Их и доили. Таких же. Но не их. Они отдыхали как раз. Эти, ну в смысле, ну ленка же была. Но. Это они все с икрой будут? Практически все. Ты слабинку дай ему немножко. Раз одной сколько? 9600 взяли. Да, да. И сюда, паскуда. Надо там глубоко, они туда ушли.
Наш размер. Мой любимый. Стандартный. Мой любимый размер и цвет. Слушай, ну тут размер-то серьезный. Ну если это прилетит... Игорь, переверни ее. Сюда? Да. Давай, Данил. Даю. Так. Ну да вот она, икра. Да икра тут однозначно, что тут говорит. Все, скидывал. Да, икра. Да. Все. Все. Вот, во. Брюхом сейчас поверните ее. Нет, не так. Наоборот, сюда брюхом. Она особо-то, наверное. Что надо? Вот так, подержи. Во. Вот это реально. Вот это красавица. Санька, давай, скидывай ее. Все, опускай. Та получше, конечно, была. Ладно, тут, ё-моё. Вот и все, красавица, хватит. Всегда готов. Игорь, отпусти веревку. Да ты не отпусти. Самец, да, Санька? Я понял тебя. Че, не узируем, ты так скажешь? Все, понял. Икряной самец. Здорово. Игорь, ты запомнил. Да, он уже погиб, по-моему. Переворачивай, пока ты не перевернешь, Саня ничего не делает. Вот так. Вообще другая рыба. Меняю, не даю. Да не давлю я, держу, блядь. Хвост, мама, держи, блядь. Сейчас, он пока не успокоится, хрен ли чё. Вот, подожди, по-моему, это готовый самец. Я даже не вижу, сейчас я. Поджать, давай. Да потом уже, ладно. Да, белугу. Сейчас выкинем в следующий раз. Не тяни, вот. Они дурнули в этот год. Нехило. Я и так снимаю. Да я не тебе. Самка. Ну тут да. Это самка. Это самка стопроцентная. Погоди, ну ей еще долго.